вот мы сейчас находимся на Васильевское кладбище, называется, это города Устюжное, Богатырёвского, Вологодской области. Здесь похоронены все мои по материнской линии дедушки и бабушки. Вот на дальнем плане похоронен мой прадедушка и моя прабабушка. Прабабушка Анна Алексеевна и прадедушка Михаил Петрович Тручининов, фамилия Тручининова. И здесь же похоронены их дети похоронены. Это моя бабушка, это мой дедушка Хомиченко Иван Петрович и бабушка Анна Михайловна тоже Хомиченко. А фамилия у дедушки Хомиченко была фамилия, он сам из Белоруссии, фамилия была Хомиченок, и потом она была изменена на фамилию Хомиченко. Я не знаю, с чем это было связано, но изменили на фамилию. Вообще фамилия была Хомиченок. У него такая. И здесь же похоронены бабушкин брат, Тручининов Борис Михайлович. Вот и бабушкина сестра. Это вот Вера Михайловна Тручининова. Вот они здесь же все похоронены. Вот это все семейство, вот этот дом, на котором мы с тобой были, видели. Это был дом вот нашего вот всего семейства. То есть весь дом был разделен на 4 части. В одной половине, значит, жила семья моей бабушки, так как она была старшая сестра, А во второй половине дома жила, значит, Вера Михайловна на втором этаже, на первом этаже жил Борис Михайлович. Вот сейчас сюда приезжают, здесь видно, что постоянно приезжают дети. Значит, несколько слов о детях хочу сказать, что у Веры Михайловны недавно умер сын, года 2 назад Стасик умер, да. А у Бориса Михайловича умер сын тоже, это Юра, сын, которых я тоже хорошо знаю, они мои самые близкие люди. Мои любимые близкие люди, да. Вот. Ну вот так вот, так дети еще есть, дети приезжают, дети следят, да. Я боялся, что здесь вообще все заросшее, но, к счастью, все хорошо. То есть более-менее прилично. К сожалению, дождик, когда пришли, мы сырые насквозь, ну так получилось. Все хорошо, спасибо Игорю, который способствовал нашему приезду сюда, потому что мне бы уже было бы трудно самому как-то поехать. Вот. А вдвоем как-то веселее мы приехали. Он из Москвы приехал, вот Игорь приехал из Москвы, а мы из Питера. Вот мы друзья уже столько лет с ним ездим в Коктебель вместе. Вот и даже сюда, и даже приехали в Устюжно, посмотрели Устюжно. Устюжно очень интересно. Ну, сейчас рассказывать об Устюжне на кладбище не стоит, наверное. Вот. Потом там будет еще какие-то другие видео, покажем впечатления об Устюжне. Остановились мы в гостинице, называется «Ревизор». Это бывший дом для приезжих, в котором, по преданию, был ревизор, приезжал ревизор, который написал великий Гоголь. Вот, пьесу «Ревизор» написал. Вот. И мы и в этом доме также жил Куприт, когда приезжал, тоже когда жил в имении у Батюшкова. Может быть, мы до Батюшкова доедем, 6 километров ехать до Даниловского, там усадьба. Это известный поэт Батюшков дореволюционный. Ну вот так вот здесь, наверное, пожалуй, достаточно. Перед нами церковь Василия Великого. Однокупольная кладбищенская церковь построена в начале 20 века. Но в 39 году была закрыта, занята под складом.